Всем большой привет с юга Сибири. Середина июня, вылазка на природу. И это время, когда можно заготовить на целый год интересное растение. Это так называемая володушка золотистая. Это многолетнее растение, которое начинает цвести в июне месяце. И вот такие характерные цветочки у него, четырехлепестковые, желтые цветочки. Вначале зеленые, потом они желтеют. И в эту пору можно заготавливать это растение, володушку золотистую. Ее редко кто знает, но это самый лучший, вот она, володушка, гепатопротектор. Гепатопротектор – это защитник печени. То есть эта трава в свежем виде заваривается и в основном сушится. Быстро сушится в тени до состояния 10-12% влажность. Получается, у вас заготовка на целую зиму. И в течение зимы ее можно заваривать, делать с нее настой сухой травы и пить как чай. Это лучшее средство для восстановления и защиты клеток печени. Гепатопротектор, который большинство не знает. Но это, добавлю такую вещь, все эти эссенциали форте и все остальные фосфолипиды, которые широко рекламируются, они уступают отвару из володушки золотистой, как средство, которое регенерирует или восстанавливает быстро поврежденные клетки печени. Это гепатиты разной природы, алкогольные, интоксикационные, лекарственные гепатиты, жировое перерождение печени. И если вы будете регулярно его принимать, то с печенью проблем будет меньше. Это отличное желчегонное средство плюс к этому. И доступно весьма. Сейчас время такое, что у нас лекарственные средства стоят дорого, а эта сама природа вам подарила такую уникальную вещь, как володушка золотистая. Собирайте как раз время цветения, пока она цветет, желтый цвет. В этот момент ее нужно быстро высушить и потом принимать в течение целого года. Спасибо всем за внимание.